Сегодня опять жара. Вечер. В синюшке хорошо, а на солнце очень жарко. Вот ходит моя курочка. В январе она была цыпленочком. Вот так выросла уже красавица беленькая. Яйца уже несет. Котикам тоже жарко лежит. Цыпляткам жарко, потому что цыплятки тоже подрастают. Красавчики. Сегодня занималась всякой ерундой, до которой раньше руки не доходили. В свое время посадила акцинидию, два кустика. Один кустик пропал зимой, а второй разросся, большой, красивый. Но, как оказалось, это мужской куст акцинидии. И вот в прошлом году в Канцлове купила еще две. Вот сказали, вот должно быть женское. И вот сделала, вернее, сейчас увеличила для них место. Сделала опору. Была небольшая опора из сетки. Ну, пришлось увеличить, чтобы и на те два куста хватало. Они еще небольшие, но очень хорошо уже выросли за этот год. Вот такая получилась опора у меня. Такие же похожие опоры и сетки у меня и для клематисов. Вот расцвел мой красавчик синий. Нравится мне он очень. Вспышненький такой. А купила буквально уцененный в Максиме. Думала, ничего не выйдет, а вот цветет. А тут моя красота. Белый клематис. Когда-то в городе проходила мимо и увидела, у забора растет. Подметила место. Осенью подошла, собрала семена. И посеяла дома. И вот это вот все, вот этот кустик. Это такое облачко белое. Красота. Еще наконец-то собралась. Порезала сетку, оставшуюся в рулоне, на три части. И такой заборчик сделала у винограда. А то в прошлом году куры склевали. Как-то жалко стало. Это виноградик уже какой. Такие гроздочки. Вот он прячется. Теперь, надеюсь, не залезут. Правда, получилось где выше, где ниже. Потому что там был обрезок сетки. Ну, а тут уже по высоте одинаковый. Так что резала на три части большой рулон. И вот шикарный куст розы. Тоже купленный в Максиме. Котик диковатый вырос. Бегает сзади, ходит, а вот погладить себя не дает. Ни в какую. Даже не понимаю, зачем сзади ходит. Мои пионы отцвели. Расцветают гортензии. Вот одна уже цветет красиво. Или это только начало цветения. Купила в питомнике. Под Алуксной, когда ездили в Алуксны. Вот три гортензии. Даже сортов не знаю. Я решила, что, скорее всего, у меня таких нету, и взяла.
В этом меня году порадовала роза. Еще одна. Тоже из Максима. Вот он проскочил как. Это шикарные цветы. Это вот что-то с чем-то. Вот это одна веточка. Это тоже я какую-то опору придумать. Да не какие красавчики. Пышно цветут лилии. Какой-то интересный сорт. Довольно большие цветы. И очень хорошо размножается. Уже даже повыкидывала лишнее. Вот еще тот же сорт. Цветы вянут. Поливать я их не поливаю. Вода у меня далеко. Ну что, как есть, так есть. Уже и флоксы зацветают. Такой вот флоксик. В прошлом году выкопала у заброшки. Дом разбирали. Ну, конечно, цветы были не нужны. А у меня лопата всегда в машине. И вот копнула. Вот такой вот красавчик. Уже начинает поспевать садовая малина. В лес я не ходила. Варенья у нас много. Все не съели еще. Так что варить я его не буду. Здесь только покушаем вот так. Уже сегодня кушали все, что осталось. Ты котик ходит, ходит. Ага. Вот еще красота. Тоже такие лилии. Здесь вот такие мелкие, но много. Не скажу, что они мне очень нравятся, но раз есть, значит есть. Гортензия зацвела. Такой шикарный кустик. Рядом кустик, который розовеньким цветет. Тут не помню, как он называется. Красиво смотрелись, но вот розовый уже отцветает.